Привет игрокам Битвы замков. Сегодня хотелось бы снять видео о том, как выбить тыкву. Так как у меня уже тыкв около 5 штук, в принципе, да, я могу уже, имею законное право записать видео, как выбить этого героя с большой желтой башкой, да, потому что для многих это проблема. Особенно для тех, кто не донатит. И сегодня вот решил попридуриваться. Будем пытаться выбивать тыкву. Причем испробуем всевозможные способы. Ну, как способы, там, такие маленькие приметы или системы. Я не знаю, как там назвать это в плане. Кто-то говорит, что выбивать героев ночью лучше не надо. Кто-то говорит, что надо. Кто-то говорит, что... лучше быстро тыркать по кнопкам, кто-то говорит, что лучше медленно тыркать по кнопкам, там, и кто-то, не знаю, мнений очень много, да, но как бы у меня были ситуации, когда я там за сравнительно небольшое количество самоцветов выбивал довольно много героев, да, и у меня как бы тоже есть свое мнение по поводу этого, да. Так, что хотелось бы предупредить, это видео я выложу в любом случае, выбью я какого-то легендарного героя или не выбью, выбью я тыкву или нет, потому как бы вы можете заранее взять его или перемотать, посмотреть в конец, чем это все закончится, это придурство, или можете вообще выключить, потому что как бы я никаких гарантий не даю, да. Есть такая вещь еще, как говорится, что в начале того, как ты создаешь аккаунт, у тебя больше шансов выбить кого-то. Ну, это мы дело проверим, потому мы зайдем сейчас на мой китайский аккаунт. Я его буквально там пару дней назад создал и толком даже в него не играл. Пособирал немножко самоцветов. Имею их в количестве 700 штук. Начинаешь игру со 100, с соточкой в кармане самоцветов, да, и как бы... не так все радужно и прикольно, да, и создал я его, в принципе, только для того, чтобы там посмотреть на обновление, которое мы ждем в ближайшие дни или недели, не знаю, будет видно, да. Так, ну что, по моему опыту, да, в плане выбивания героя, такая вещь, как там быстрое тыканье по героям, да, в алтаре, замков это нифига не помогает. Ну, хотя, тем более, если у вас довольно мало самоцветов, и вы не донатили, а реально копили, да, то такой вариант как-то не особо катит, тем более хочется немножко, не знаю, как это сказать, растянуть удовольствие, да, и прочее. Так же самое, многие говорят, что ночью лучше не выбивать героев. Ну, сейчас ночь, по московскому времени час ночи, да. Я... перейду на ту половину людей, которые говорят, что лучше ночью выбивать героев, да, и потому мы пытаемся сейчас выбить. И что еще? Перезапускать игру или алтарь героев, да, по мере того, как вы выбиваете героев, да, потому что мое личное мнение, что, так сказать, эта процентная машина там обнуляется, да, и у вас больше шансов что-то выбить, да. И потому, я не знаю, каждые 10 попыток лучше перезапускать игру или хотя бы выходить из алтаря героев, да. Но так как у меня на этом аккаунте только 700 самоцветов, то я думаю, этого не стоит делать. И последнее, с чего я тоже посмеялся, я там слышал, что нужно задерживать кнопку на 5 секунд и только потом отпускать, да. Ну, проверим это сегодня, посмотрим, получится у нас или не получится. Ну, давайте, наверное, начнем. Сказать, посмеемся, а результат уже последует дальше. Давайте, первая попытка, у меня тут 700 самоцветов, это 4 попытки, давайте, нажимаю, 2, 3, 4, 5, синева, давайте еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, снова синева, хорошо, давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давайте наша последняя, самая удачная, четвертая попытка. Отпускаем кнопку. И что мы видим? Опять синева. Хорошо. С талантами у нас тут все тяжко. Бедный мой китайский аккаунт. Ладненько.
Но на этом не все, потому что у нас есть второй аккаунт на русском сервере. Там немножко побольше самоцветов накоплено. А, что повторюсь, да, вот на моем основном 3000 самоцветов я тоже накопил. И в первую очередь это видео для тех, кто не сколько донатит, а больше все-таки пытается копить самоцветы и выбивать по-честному, да, там героев. Потому я думаю, наверное, этим людям будет это видео более интересно, чем, допустим, кто для тех, кто занимается донатом, и когда там закидываешь по 12 тысяч, там по 14, неважно по сколько, рано или поздно ты выбьешь всех героев, да, а вот те, кто по иным там разным причинам не может этого делать регулярно или вообще этого не может делать, то вот как раз-таки для таких людей это видео и выпускается, наверное. Ладненько, давайте зайдем быстренько, быстренько, быстренько. Алтарь героев. Посмотрим, что у нас здесь получится. Нанять за самоцвета. Давайте зажимаем. Смотрим дальше. Отпускаем. Студенистый рыцарь. Давайте еще раз зажимаем. Ай, елки-палки, что-то я быстро отпустил. Ну ладно. Хорошо, паладин нам выпал, да. Ну, для силы совсем неплохо. Так, куда мне? Давайте мы используем. Тут у нас все эти слизи. Освободим места. Ну, паладин, конечно, он бесплатный герой. Хотелось бы что-нибудь такое получить, чего у меня нету, да, на втором аккаунте. Отпускаем. Ничего, давайте, может быть, не знаю, раз у нас такая пруха пошла, давайте перезапустим игру. Аккаунт. И продолжим наш марафон. Так, ну что, ну с паладин и паладин. Ну, не, ну как бы вроде и повезло, а вроде как и не повезло. Все равно мы его получаем бесплатно, да, каждый месяц. Так. Пам-пам-пам, давайте пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаем. Синева. Один, два, три. Блин, соскочило. Один, два, три, четыре, пять. Отпускаем. Студенистый рыцарь. Держим. Отпускаем. Ничего. Хорошо, давайте-ка это мы все. Опа-опа. Используем на нашем друиде. Выйдем из алтаря, зайдем еще раз в алтарь. Ходим в самоцвета, давайте. У нас там пару попыток осталось, последних отпускаем. И последняя попытка. Держим 5 секунд. И отпускаем. Ничего, ну, паладин и пару студенистов. Слизней. На самом деле не дико плохо. И давайте переходим тогда уже в наш основной аккаунт, так сказать, к нашему десерту. Там, где накоплено около 3000 самоцветов, причем довольно за короткое время. То, что вы подали очень интересные квесты о смене талантов. Правда, благодаря этому я растратил все свои карточки смены талантов. Ну и ничего, зато 3000 самоцветов. Так, а еще что вот забыл сказать по поводу... по поводу того, что там лучше выбивать героев в те дни, когда вы получаете друида или паладина. Пробовал, да, не сказать, что результат меня порадовал. И, допустим, были дни, когда я в простые дни выбивал героев там на определенное количество самоцветов, там 6, 9 или 12 тысяч, да, и у меня было намного большее количество героев, чем я брал ту же сумму самоцветов, да, и выбивал именно в эти дни после того, как я забираю друиды, допустим, да, все это бред, мне кажется. Хорошо, давайте основной наш аккаунт. Так, ну, понеслось, заходим в алтарь героев. Нанять за самоцветы. За самоцветы. Держим 5 секунд. 4, 5. Отпускаем. 3 тонн. Давайте. Раз. 2, 3, 4, 5. Отпускаем. О, да ладно. Печалька, да? Так, давайте-ка. Начали Оресика прокачивать, да? Тыкву все-таки уже прокачали до 8 из 9. Теперь занялись Оресом. Ну, давайте. У нас теперь есть 2 слота свободных. 5 секунд. 4, 5, отпускаем. Наемный убийца, давайте еще раз. Раз, два, три, 4, 5, отпускаем. Ничего не произошло, к сожалению. Давайте автодобавка использовать. Ну что же, еще раз. Ничего не произошло. 5 секунд, давайте халява, плиз. Нифига не произошло. Хорошо, давайте все.
Вареса. Давайте Ай-ой-ой-ой-ой. Зажимаем. Отпускаем. Тритон. Может, это примагничивает только тритонов. Отпускаем. О, синева, да, что-то дело пошло как-то не так, как я ожидал. Да, все-таки, наверное, не мой день сегодня все-таки. И как-то мест сегодня очень плохо пофармился. Давайте последняя попыточка так сделаем. Опа, рыцарю, да? Ну, рыцарь неплохо. Давайте еще раз. Что у нас получится? Панда-разрушитель. Так, ну теперь стоит нам, наверное, перезайти. Ладно, давайте мы сюда кого-нибудь дадим покушать. Пандочкой, да, Ареса покормим. Один слот остался. Давайте-ка быстро перезапустимся. Время дорого. Что касается тыквы, у нее процент выпадания 0,25%, да, то есть четверть от процента, да, но что на самом деле покажется дико малым, да, но при этом я вам скажу, остальные, допустим, такие герои, как вампир, там Арес, у них такой же процент выпадания, а у того же рыцаря, да, у него 0,4, да, ну не сильно большая разница. А самый маленький процент, если я не ошибаюсь, выпадания, это у смерти, у него процент только 0,2. Да, как бы интересно не казалось бы, но смерть может выпасть намного реже, чем тыква или тот же снеговик, или, не знаю, там, купидон. Купидона тоже, кстати, 0,25%. Так, Арес, давайте использовать автодобавка. Нанять самоцвета. Ну и заодно сегодня проверяем такую фишку, как тыркать по одной попытке. Так, используется автодобавка. Ну, что-то не происходит, тыква не приходит. Давайте еще раз. Прошло 5 секунд, не прошло, хорошо. Так, используется автодобавка. Ну что, может на кого-то скормить, наверное? Так, давайте-ка. Давайте, наверное, все-таки парочку героев скормлю. Пум-пум-пум. Арес, иди сюда. Сегодня попитаешься элитными героями. Давайте мы скормим тебе панду. И скормим, не знаю, одного из убийц. Вот это вот. Все. Хорошо, давайте теперь попробуем это с тремя попытками. 1, 2, 3, 4, 5. Ничего не произошло. Все, Вареса. Ну да, что-то сегодня не наш день. Просто последние раза три, когда я играл, выбивал героев, у меня все время выпадала тыква. Ну вот сегодня, наверное, что-то как-то не так. Давайте 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, 1, 2, 3, 4, 5. Давай, тыква, приди. Нифига, еще 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, это мы быстренько кормим все Аресу. Арес, Арес, Арес. Автодобавка. Теперь вообще давайте перезапустим наш аккаунт, игру. Опаньки, что у меня тут с интернетом стало? Ну, опа, последние две попытки. Вот печалька. Как-то улетели все-таки 3000 по-быстрому, да? Ну ладно, давайте. Нанять за самоцветы. 1, 2, 3, 4, 5. Ничего. Еще раз ждем 5 секунд. Ничего не произошло. Ну что, с 3000 получил только рыцаря. Да, это все-таки, скорее всего, не мой день сегодня, да. Ну, и на втором аккаунте получил паладина с тысячи самоцветов. Все-таки мне пока рано делать инструкции по тому, как выбить тыкву. Улетели все в трубу мои накопленные самоцветы. Как ни печально, но факт.
И халява плиз сегодня не сработала. Ладно, всем удачи, побольше вам выбивания тыкв и всех недостающих героев. Всем пока.